Так, за 5 дней. За 5 дней или за 4 дня я уже апнул 5000 FPS. И я только начал. Я только начал, потому что, ну... Завтра у меня уже будет 7000. Так, все, снова что я делаю? Я делаю... Вот, ладно, вот тут на самом деле, если я все-таки вот... Авка, вы пропускаете первые два хода и начинаете... Нет, у нас штаны такие... Нет. Вот я хочу взять Ахалайба Махалайба. Ахкуберена, прикольно? Вы пропускаете первые два хода и начнете сражение с двумя существами. С двумя. В йогу я больше не хочу, пока вот... Вот, типа, этого чела я бы на нем с кайфом поиграл, но там, типа, есть которые навсегда, которые не навсегда. А я, типа, за это не шарю. И похуй, что я не шарю. Блядь, я не понимаю, мне говорили, что Мурлок самый сильный юнит, но когда я брал Мурлока, меня ебал Пират. То есть Пират самый сильный юнит? 2-3 фриз. Не, бро, с такой хуёвой игрой и фриз. Не, бро, фризить здесь никто не будет. Здесь никто фризить. Опа, опа, наебал, наебал. Как же я вас наебал? Я сейчас могу, подожди, я смотрю, с кем я дерусь, я уже пот. Так, я дерусь против зайки и смотрю, апается ли он. Апается ли зайка, я слежу. Я слежу за зайкой, я слежу за зайкой, я слежу, она пока не апается, ай-яй-яй. Подожди, допустим, даже если я хочу апнуть, типа что, я хочу апнуть, блядь, и зафризить, ну я что, вообще долбоёб? Ну нет. Это тут еще не апается, ну объебало, да, ну так. Так, секрет, в начале вашего хода, когда ваш что погибает, вообще не собирает. Трех змей, нихуя так, три змеи сейчас, это просто имбаланс. 100% победа. Два был навсегда. Ага, но вы меня снова наебали, потому что говорили, что только глыба навсегда, я это прочитал. Вы меня снова наебали. Так, что я делаю сейчас? Я могу... Типа, вот смысл мне въебывать сейчас деньги на ролл? Блять, ну я их въебу и так, и так. Блять, у меня сильные юниты, сильные. Я дерусь с хуесосом? С хуесосом. Все, мне похуй, я ничего не... Блин, ну вообще, ну хотя ничего. Когда ваш силы выходит, он получил божественный щит. Угу, это хорошо. Так, 77 на победу, 21 на ничью. Что ты там делаешь? Что ты там призываешь? Опа, опа, не ожидал, да, ты такого? Опа, тут у нас божественный щит, братик. Брачо, брачо. Ты ничью еще ролинул хуй со слоскими. Так, ну, это походу... Это походу, ребят. Это походу оно. Это походу оно. Походу это оно. Походу это оно. Сто процентов победа. Кто бы сомневался, что у меня будет 100% победа, потому что я очень сильно играю в эту игру. Я беру жабку Инзота и апу и леву. Хотя, а вот зачем мне Инзот? Он мне вообще нахуй не нужен. Вообще он мне нахуй не нужен. Потому что мне надо, чтобы умирала жаба. Но жабу я беру. Ну я могу, конечно, продать Мурлока. Нет, ну это полная хуйня. Я точно никого не продам. Но мне типа вот просто нужно что-то взять. Просто нужно, чтобы я нажал обилку без ролла. То есть я как бы обязан. Я могу взять гиену, потому что я не хочу, чтобы что-то там умирало, потом не умрет жаба, блядь. Ну нахуй нам не надо. Нахуй нам не надо. Нахуй нам не надо. Ваш сил погибать возвращается в игру с одной... Опа, вот это папе нравится. Слушай, это тоже... Там что тоже говна этого на спавне, я ору. Так. Предсмертный крик, вы выкладываете случайный секрет. Опа, возвращение крысы.
А жаба вообще, да, умирать не хочет? Ну, типа, похуй. Тридцать-тридцать-сорок. Бля, у меня до сих пор нет крысы, блядь. Почему у меня эта подруга не стояла в начале, блядь? А, фух, слава богу, блядь. А, стойте. А, ну да. Это папе нравится. Это папе нравится, слушай. Папе вообще нравится. Бля, как мне, что, ее перед жабами, что ли, ставить? Вот как, куда мне ставить ее? Я не понимаю. Я же не могу ее перед жабами ставить. Не могу вообще. Ну куда я первый? Мне надо, чтобы жабы раскрылись, а если у меня ривендер сдохнет? Она мне вообще не нужна, блядь, в этой строте. Она мне только мешает. Так, что мне надо найти? Попугая, жабку и крысу. Не, ну, вон тут крысу. Медведя, блядь. Медведя, не крыса. Я вообще не хочу, чтобы у меня такое место стояло на столе. Она не будет какую-нибудь самой, которую я не хочу. 64, 13, 22. О, какую-то копию мне вызвала. Мурлока, заебись. Мурлок мне очень нужен в этой страте, прям невероятно. Так, жабы, пошли работать. Ривендер, не трожь, сука. Зачем вы мне эти змеи нужны? Сейчас вызывай змеи. Не, ребят, давайте вы с этими советами пойдете нахуй. Как бы так вот, да, бескомпромиссно. С вашими советами, блядь. А почему долбой заролил 22% и выиграл меня? Блядь, я не хочу тебя таунтить, я тебя вообще потом продам, ты мне не нужна. Отвечай, вот я не хочу, чтобы ты вообще у меня на столе была, ты мне только все руинишь. Хотя я мог нажать обилку, если продал змею. Сука. Бля, мне надо вообще, чтобы ты сдох. Блядь. Я... Ну ладно, я и так его выебу, это лох какой-то. Мне мама принесла супчик, я сейчас буду его кушать. Мать, у меня змея раскачалась, ты посмотри на нее. Ты посмотри на нее, раскачалась. Блять, ну если он сейчас получит таунт и не будет умирать, то что? У меня шанс на победу 93%. 93, только попробую проебать. Так, расстановка, ты бьешь. Вот ты мне. Вот че, вот ты меня бесишь, я же могу тебя просто удалить нахуй. Вот ты в конце, да, ты под таунтом. Ты умрешь. А если ты была тогда пуха, пока стой. Ты точно стой. Ты пока инкам ебу, но я тебя хочу убрать нахуй, ты мне не нужна. Нахуй мне 5 левел, блять, у меня нахуй не нужен 5 левел. Мне можно медведя дать вообще или нет? В Эдмеде мне можно дать?
Прославление матери, спасибо, очень надо было. Вот из этой хуйни. Я не хочу, чтобы у меня стояла вообще эта карта, я просто ее продам. У меня сейчас на победу 73%, только попробуй мне выиграть. Я на самом деле, пока у меня нет крыс, у меня эта хуйня так-то ебет. Так, то есть я должен, когда я, пока не найду крысу, у меня должна эта хуйня быть. А когда я найду крысу, я могу сразу ее удалять. Так, давай мы посмотрим еще одного Ривендера одним глазиком. Залупа. Сар мне не нужен. Еще лягушек насрало. Ну, в принципе, лягушек много не бывает. О, значит, я захолжу для попугая, а не для жабки, да? Да. Все, я холжу. Потом я... Бля, ну я все равно не могу продать свою бразу эту, потому что у меня нету, блядь, крысы. Бля, или могу? У меня просто будут крысы ебать, вот эти вот другие крысы, сточные. Потому что, наверное, выебут меня. А, у меня 94 шанса на победу, слушай. Так, давай посмотрим, как будет развиваться. Так, жабка ударила, дала крысам. И жабка у меня, опа, появилась обратно. Потом ударить в таунт. Пошел раскач. Потом опа, пошел раскач. Опа. Ну, какой-то раскач нереально хуёвый, ой. Что такое хуёвый раскач? Не будет раскач нормальный. Батан, у тебя шанс на ничью был 2,3%. А, у меня черепаха появилась ебнутая. Нормально, тебе еще змеи. Ударь слева, слева. Ля, слушай, нормально. Хорош, навъебал. Бери таун. В кого? Таун второй, жабки. Псаря для крысы. Какую крысы? Какой? А, у меня вторая жаба. Зачем мне жабу надо? Какую крысу, блядь? Пошли нахуй своими советами, блядь. Один пишет первым, второй пишет вторым. Третий пишет десятым, четвертый пишет 110-м. Пошли нахуй все. Кто это все, что легко напишет. Пошли нахуй, все. Все, короче, я не знаю, как правильно. Я просто посижу сам и потом сделаю вывод. Я не знаю, как правильно. Я не знаю. Я сейчас посижу и сделаю вывод. Так, что происходит? Так. Давайте посмотрим, что происходит на столе. Ударила в жабу, да, заебись. Она пошла вчера там разрывать. И вернулась еще, вообще заебись. Дальше. Я буду бить сегодня. Так, ударил попугай. Это хорошо. Ударили жабу. Это хорошо. Жаба умерла. Это хорошо. Хотя, стойте. Ладно бы мне, значит, и второго попугая вперед поставить. Хотя нет, зачем? Потому что у них уже есть хрипы. Как это он нихуя не сделал? Че, у тебя попуг может... А если попуг погибнет, раскидает в крыс? Чего, блядь? Я не понимаю этой логики, я вообще не понимаю. Так а как я могу сделать так, чтобы он не триггерил крыс? Как я могу это сделать? Типа, чтобы умерли первые жабы? И начало сразу рефлекс, типа, мне вот так надо сделать? Так, крыса. Я хочу ли я ее апнуть? Вообще я хочу, блядь, потому что я хочу найти еще себе другую крысу. Возьми таверну, не апай. Слушайте. Не надо дядя, мне говорят.
Я хочу... А куда мне потом поставить еще одну крысу? Куда не надо? А куда мне ставить еще крысу? Скажи. А, ну мне вначале я могу попугая апнуть. Так, мне кажется, меня еще могу трахнуть, но я надеюсь на лучшее. 82% победа против топ-1, которого никто не бьет. Это очень хороший знак, учитывая, что я даже близко еще не пришел к своему максимуму. Так, что там происходит? Так, вернулась жаба, она ударила, она вернулась. Так, она снова вздыхает. Ну да, жаба точно должна... А, ну вот вообще долбоеб не ударил, конченый. Алло, ударь, попугай. Давай, все, дай тычку, попуга. Давай, пошли, пошли тычки давать. Пошли, пошли, пошли. На, мусор. Ой-ой-ой, пошел расфлекс, пошел расфлекс. Давай. На, ой, еще выжила. Пошел расфлекс. Слушай, на, мусор, лоускильный. На. Слушай, работай, рабочая. Нравится мне. Так, дальше. Что мы делаем дальше? Мы эту штуку не берем, я это помню. Еще я могу апнуть левел, я еще буду в лоха, и еще буду искать себе золотого ривендера. Как вам такая хуйня? Еще за то, что я еще сделал отважный шаг, мне еще дадут и охуевшего юнита. Вот он. Но. Есть одно но. Крысу я сейчас продавать не буду. Или могу? Типа, а вот зачем? Ну, а вот зачем мне спешить? Я же могу найти ее в триплет. А что мне вообще дают триплет крыс? Ничего? А вот что мне дают триплет крыс? Вот вообще? Вообще ничего не дает. Она, вот что, если ничего, то зачем ты мне нужна? Пошла нахуй. Потом я могу переродить себе жабу, потому что я все равно собираюсь найти третьего попугая. И он будет у меня в реборне. Поэтому я могу переборнуть еще одну жабу, потому что они у меня две золотые. А крысину ставь нахуй мне реборн, тем более у меня нет слотов. Поэтому я жму на эту дуру реборн. Потом я ролю дальше. Потом я продаю, ролю дальше и ставлю сюда... А, ну я мог обилку завязать. Все, и ставлю сюда крыс. И просто кайфую. Победа 20%. Слушайте, а как так получилось? Ты чё, мусор? Почему так мало флекса у меня, я не понимаю. У меня же сетап, у меня должно быть 900-900 у меня должно быть. Где весь мой флекс? Где флекс? Вот флекс. А, ты вылетел, пошел нахуй, даже думать про тебя больше не буду. Победа, пошел нахуй. Так, дальше, таунт мне нужен? Нет. Мне нужен попугай. Мне нужен попугай. Мне похуй на все вообще. Мне нужен только попугай и ривендер. Все. Но вообще, смотрите, вот на самом деле, а вот какой смысл мне фризить ривендера? Ну ладно, окей, есть. Нажму билку. Короче, я могу взять один или три. Вот я сейчас дерусь против лоха, я возьму три чисто, чтобы узнать, что будет. Вот просто, чтобы узнать. Вот человек, который пишет два, вот просто бы тебе бошку бы, знаешь, вот так как бы по стене провел раза три, кто написал два, это во-первых. Во-вторых, очевидно, надо было брать один, очевидно, но я возьму три просто позыбать. Что будет? Просто позыбать. Я хочу увидеть 100%. Почему 50? Почему я вижу 50%, а не 100%?
Так, пошел Росфлекс, Реборн. Пошел Росфлекс. Вообще только слабый Росфлекс, потому что Ривендер не золотой. Так, я призвал одну змею. Слушайте. Ну... Слушайте, нормальная тема. Одна змея 1-1. Мне кажется, это сильно. Которая еще и пиздит мой Росфлекс. Слушай. Но это очень сильно. Это очень сильно. Я так и знал, что так будет. Но хотел убедиться. Наяву, скажем так. Вы сидите, думаете, что вы не проебали. Сиди, думай, что ты не проебал, друг. Сиди, думай. Сиди, думай, что ты не проебал. Сиди, думай. Что ты не проебал. Сиди, сиди и думай, что ты не проебал. Если я беру, оп, Ривендер вот здесь будет. А если не здесь, то он будет вот здесь. А если не... А здесь будет попугай. Оп. Да где хоть что-то хуесосы? Слушай, ну ты и крыса. Что там вообще за черт? У него элементали. А, элементали, они сдувают вообще нахуй. То есть, если он мне даст... Он там сдуватели у него. Слушай, я их расплющу, чтобы их не сдуло, блядь. Все, ты должна сдохнуть. Блядь, а если оно сюда выберет в таунт? Ладно, тогда просто надеюсь, что ебется куда надо, блядь. Ладно, все, мне похуй, ничего не трону, блядь. Сука, только не... Только не дуй, блядь. Победа... Почему 29% у меня победа? Почему не 100 тысяч у меня победа? Я не понимаю. У меня два таунта, 110 реборнов, две крысы и Ривендер. Чего вам еще от меня надо? Все возрождается. Ты бить будешь вообще, крыса, змея? Ударь, вот там таунт, а потом ты ударь. Ну ударь, красный. Красный, ударь, пожалуйста, на. Пошел, пошел, Росфлекс, пошел, пошел. Давай, 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 навали, навали, Росфлекса. Бля, он сейчас будет дуть, да, чел будет дуть сейчас? Но он у меня хуй сдует. Хотя... Блядь, стенка. А, ну все, это был нелетальный урон. Нахуй пошел с собой. Мне можно Ривендера дать. 1-1 это ваш уровень игры, блядь. Так, сдуло этих двух челов, вообще охуенно. И он еще и вернулся, тоже пиздато. Еще и расфлексил, еще и рестнул эту, вообще охуенно. Уже расфлекс, уже... А, стоп, у меня крыса умерла, но это вообще похуй, да, наверное? Или вообще не похуй? Хорошо, попугай били. Давай, бейте, попугаем. И флексите между собой и бейте. Флекс плюс бить, флекс плюс бить. Флекс плюс бить, флекс плюс бить, флекс плюс бить, флекс. А, 445. Бро, что будешь делать с крысой, у которой 500 дэмэджа? Такой вопрос, как бы тебе, братик. Что делать будешь? Какой же ты мусор, просто забальмарил лоха, 6-6 типа с крыса в соло уебал. Просто каждая игра топ-1, каждая игра топ-1, каждая игра топ-1, потому что просто несравненный. Несравненный.